И снова всем привет, ребята! С вами я, Дима, и канал Владелец Аквариума. Сегодня опять на стеллаже. Что хочу сделать? Значит, на нижнем аквариуме, вот тут, видите, образовалась нитчатка. Вот. Я хочу забрать вот этот вот камешек с мхом, тут мох феникс, и с нитчаткой, и помещу сюда к оманкам. Оманки, я думаю, будут рады. Ну, вот. Хорошо, что у меня эта нитчатка, она тут размножается. Некоторым, конечно, это доставляет очень большие проблемы, а мне наоборот, для оманок очень хорошо. Так, для баланса отсюда извлечем нормальный, уже очищенный оманками кусочек с мхом. Вот, положим его пока здесь. А отсюда сейчас заберем вот этот вот обросший нитчаткой. Вот тут ее нормально. Ого, ого, смотрите, ну это все сейчас пойдет сюда в аквариум, как его так закинуть одной рукой, не знаю, даже вот так вот, сейчас пройдет буквально там несколько минут и здесь оманки уже будут. Дожидались они, дождались своей еды. Отсвечивает очень плохо, конечно, но не могу. Нету шторы у меня тут на окне плотной, чтобы закрыть, так что извините. В общем, вот так вот. Закрываем крышечкой. Тут, здесь мы просто поместим. Опа, он зарастет со временем, тоже нитчаткой, наверное. Мы потом его достанем и поместим опять к оманкам. Ну, вот, кстати, буцефаландры себя чувствуют тут нормально. Так, ладно, крышечкой тоже закроем и тут. Вот это вот проблема, наверное, каждого аквариумиста, когда руки вот так вот все в ряске. Ну, это не страшно. Итак, оманки уже тут активизировались. Сейчас они начнут лезть сюда. Вот одна из них проверяет старую кочку с мхом. Ну вот, а одна уже, ну вот уже все. Процесс пошел. Завтра этого уже не будет. Вот сюда я кидал, видите, пучки мха. Они полностью были в нитчатке. Просто это был ком нитчатки. Сутки и ничего не было. Вот я думаю, тут за сутки они захавают все. Сейчас крупным планом покажу вам. Зла. Это самая большая из всех, что есть. Ну все, вот они уже тут, сейчас обследуют и начнется у них пир. Они любопытны и долго не заставят себя ждать. Ну вот как-то так. Это что касаемо кормления. Ну, все остальное также. Мальки растут. Вот покажу вам мальков в одном аквариуме. Здесь у меня на водопадике формозы. Анцитрус ред, который затянутый
Ну, тем не менее, он живет, тут я его кормлю. Вот такой мох на водопадике. Вот. А мальки все тоже тут же точно так же растут. Тут и крупная вот самка есть. Хотел, кстати, недавно вот этих вот улиток, кроликов забрать к себе в аквариум 200-ку, потом подумал, что нет. Они же начнут жрать растения, понадкусывают все. Не готов я в жертву приносить буцефаландры. Так, ну и вот этот нижний аквариумчик. Тут уже малек, видите, подрос. Нужно будет что-то думать, скорее всего. Просить на заказ, чтобы сделали 200 или там 300 литров аквариум, новый стеллаж. Может быть, что-то одно тут сделаю. Буду разбирать, может, этот стеллаж, но позже. Вот, на прошлой неделе мальки, которых я приносил, и эхинодурусы, которые я сюда пересадил. Ну, судить сейчас, что с эхинодурусами рано. Вот, ну, с мальками все в порядке. Что с фокусом не в порядке у телефона. Кстати, вот эти вот улитки. Я не знаю почему, но они начали погибать. Одна большая особь погибла, мелкие гибнут. Не знаю, может из-за того, что появилась конкуренция у них, вот эти вот улитки-катушки. Может что-то не подходит. Кто его знает. Ну, в общем, гибнут они. Вот это буду собирать как корм для скалярий. Вот эту вот растительность, ну и ряску тоже. Что у меня тут? Типа полюдариуме, ну вот, смотрите. Все работает. Генератор тумана работает. Все отлично. Буцефаландрам нравится. Мхам нравится. Анубиасу нравится. Амхот, которому по центру, не нравится. Ну, он не из этих условий. Ну, пока пусть сидит там. Вот. Ну и самое интересное. Мне удалось тут вырастить сине-зеленые водоросли. Не знаю даже, как их показать. Вот, вот отсюда видно. Видите? Вот они. На стенке. Это там, где у меня эхинодурус вабикуса. Эхинодурус, кстати, вот корни пускает отлично. Тут земля. Ну, скорее всего, из-за того, что тут земля. Вот тут в фильтре вообще вот. Не знаю, как показать вам. Вы, наверное, видите по краю вот тут. Зеленый прям такой налет. Фильтры эти сине-зеленые. Вот. Засвечивает, не могу вам показать нормально. В общем, удалось мне вот вырастить сине-зеленые водоросли тут. А, вот. Ну, в общем, там пока все. Показал вам, как кормлю оманок. Ну вот еще раз сейчас покажу. Пока тут рассказывал про остальные аквариумы. Вот они тут уже напали. Уже их тут чуть больше. И это их ненормальная еда. И если они голодны, а они тут голодны, они это все съедят. Все, ребята, на сегодняшний день все. Если есть какие-то вопросы, задавайте вопросы, ставьте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Всего доброго!